А вот это я вот такие делал, ну и сейчас делаю, ну, такие папирусы, сохранившиеся. Сейчас могу даже принести, сразу показать. Они немножко другие, чем эти. Вот такие. Ну, это такой чистый Гусев. То такой экспериментальный, а это такой классический. Потому что у меня графика абсолютно не похожа на живопись, которую я делаю. Я считаю, что это даже хорошо. Потому что не обязательно быть... Есть люди, у которых вообще все похоже. И скульптура, и графика, и живопись. Все как будто бы одним принтером напечатано. Вот. И меня очень долгое время упрекали в том, что я сильно разный. А потом какое-то время все опомнились и сказали: «Ой, как хорошо, что ты разный». Нет, живопись, она все-таки диктует другой. Во-первых, это, оно такое, это можно и выкинуть при желании. А живопись ты будешь делать неделю-две, а то и месяц, а потом не выкинешь. Нужно уже делать такое вот, чтобы потраченное время соответствовало ожидаемому результату. А тут можно и, как сказать, так, играючи все это поделать. Поэтому графика, она вот лично у меня более такая безответственная такая. Я этому рад.